И снова здравствуйте, всем привет. Итак, посмотрел я новый сериал от Netflix. Аркейн называется. Джинкс, вообще, говорю, бомба. Персонаж, движуха, эмоции. Там вообще персонажи такие, ну это бомба. И вот решил рассмотреть, как ее типаж лица сделать вот этот вот. Давайте посмотрим, как он лепится. Ну а потом посмотрим, я сделаю прическу. Всю, может быть, делать не буду, чисто голову. Ну и так по персонажам, если кому какой персонаж будет интересен, рассмотрим, как его вылепить. Итак, нашел я вот эти скрины именно с мультфильма, картинки. Типаж лица вроде виден. Давайте подгрузим сюда сейчас, значит, так, где тут болванка ZBrush, Frame Female, новый. Вот с этого будем делать. Итак, ставим детализацию на середину. И платом вот этот включаем. Ну, многие сейчас, наверное, кто не смотрел, спросят, а чё, почему опять же в скульпте с Альфа 6, а не в ZBrush или не в Blender. Ну, а здесь лепятся болванки очень хорошо. Я уже об этом много раз говорил. Итак, первым делом давайте чуть-чуть кисточку побольше. И от балды вот так все это дело. Так, сначала на симметрию поставим. И от балды вот эту шею немножко давайте женской сделаем. Вот так. Так, здесь посередине вминаем. Сейчас будем рассматривать, что да как тут. Так, здесь еще поменьше, здесь поуже. Так, вот так, вот так, вот так. Вот таким вот образом. Так, шея вроде тонкая, сзади тоже делаем тоньше детскую шею. Мышцы нам не нужны. Вот так вот все это дело уменьшаем. И немножко здесь вводим на плечо. Так, помягче. Потом все это дело подкорректируется, пока набросок. Так, смотрим. Маленькая челюсть, да, вот эта вот округлая. Значит, что опять же флаттеном здесь все это дело преображаем. Интенсивность можно здесь сделать поменьше и не спеша, просто потихоньку, не набрасывая массу, а убирая, вот это все дело преображать. Так, подбородок у нее сплющенный. В принципе, где-то вот таким вот образом и оставляем. Так, здесь поменьше округляем. И кантик, вот этот кантик, тоже повторяем. Так, это дело есть. Смещаем, значит, лоб. Таким вот образом. Смотрим на переносицу. Вот, видите? И давайте кризом чуть-чуть переносицу, значит, подкорректируем. Так, здесь рисуем в эту сторону уборочку. Так, здесь сделаем сейчас поменьше. Переносицу это уже грабом. Можно побольше вот так поставить и потихоньку натягивать. Так, здесь тоже нос уменьшаем. Проходим флаттеном. Так, здесь выглаживаем. Делаем переносицу. Переносица у нее чуть-чуть побольше. Потом флаттеном, значит, нос чуть-чуть вминаем. И сейчас будем резать вот эту вот часть. Значит, намечаем треугольник, вот где возле глаз. Намечаем его. Делаем вот этот треугольник. Уменьшается у нас переносица. Так, и значит, уходим выше чуть-чуть. Закругляем, делаем основу для глаза. У нас образуется вот такой вот треугольник. Он будет регулировать у нас вот эту толщину переносицы. Я ее потом еще уменьшу. Сразу намечаем, значит, что нос. Вот эту штукенцию. Следом, что еще можно сделать? Это значит, опять же, делаем резку под рот. Вот так.
наметочку. Делаем мягче вот эти все переходы, чтобы не было видно вот этих больших полигонов. Следом, вот так, уши у нее топорщенные. Это грабом чуть-чуть их вытаскиваем. Можно вот сзади вытаскивать, сзади лучше вот так вот будет. Так, и делаем их побольше. Так, чуть-чуть уводим вглубь. Так, уши есть. Здесь сейчас тоже будет резко. Следом, что еще? Давайте грабом уменьшим. Вот здесь еще шею под челюстью. Так, образуем подбородок. Подбородок вот сверху можно так поставить. И вот эту часть чуть-чуть уминаем. Вот эту. То бишь, вот эту часть. Так, здесь тоже можно немножко все это дело выгладить. Намечаем сразу вот эту вот часть подбородка. Округляем ее. И здесь от этой части, вот от этой части, сейчас будем компоновать вот эти вот делать губы. Так, как это все дело будет происходить, это будет у нас, значит, драйв без клея. Накидываем, значит, побольше вот так вот массы. Много не надо, можно даже опять же интенсивно сделать поменьше. Ставим под углом, и здесь уже нам поможет флатон. Он должен зацепить саму вот эту нижнюю челюсть, чтобы у нас получилась вот такая вот кромка. И опять же повторюсь, тем, кто не смотрел, как я леплю скульптесайт по шестой, то когда вы лепите скульптесайт по шестой, здесь нужно лепить под углами. Так, вот, вроде подбородок, видите, он у меня скошенный. Здесь еще потом будет опять же корректировки. И нужно придать вот это пухлости вот этим вот. Сейчас я вот здесь черкану вам, покажу вот, вот этой части. Почему щеки пухлые. Ctrl-Z, я сейчас уберу эту руку, значит, нарезанную. Здесь чуть-чуть подниму, сделаю выемку. И сейчас нарисую губу. Губу опять же рисую драйвом без клея. Побольше. Не бойтесь тут накидывать больше массы. Все это потом хорошо уходит именно флатеном и клеем. Вот таким вот образом дорабатывается. Так, губа намечена. Опять же, пока намечено, для чего? Чтобы мы ее смогли, вот эту губу, драйвом, выше вот сюда вытягивать, вот, поближе к носу. Вот получается вот такая губа надутая. Сейчас все это дело, опять же, неказисто плохо выглядит, но это будет поправляться, поправляться будет флатеном. Так, уменьшаем. Так вот выглаживаем. Здесь резко еще будет. Это пока, опять повторяюсь, наметка. Так, что еще? Теперь нам понадобится сделать вот эти вот. Давайте начнем с глаз, чтобы уже глаза были намечены. Глаза я всегда рисую. Так, вот треугольник выходит вот этот у нас. Я его еще больше заберу. Объем сюда, ну, поворот. Нарисую, пока вот набросаю вот приблизительно, где должен быть вот этот выемка глаза. Так, здесь ровная часть, здесь вот такая. Так, теперь ставим кисточку драйв. Клей можно отключить. Попробуем побольше кисточку поставить и через Alt все это делаем вмять, чтобы у нас получился именно зрачок, ну, вот эта глазная впадина.
Так, глаз намечен. Теперь можно в ZBrush, конечно, или в Blender вот эти вот, как это называется, так, ресницы. Ресницы отдельно сделать. Теперь делаем резку еще под самим глазом. Вот здесь можно ее там побольше резать, потом поднатянуть, там где-то добавить, залезть, зарезку сделать в самом, ну, как в глазе внутреннем. Так, здесь делаем откос, куда будет смотреть вот этот вот глаз. Подрезочку еще под откос делаем. Следом здесь идет как бы мешочек вот этот. Тоже немножко отобьем вот так. Так, здесь сгладим шифтом, тоже немножко можно сгладить. Вот эти вот повороты при вот этом вдавливании ушли, ну, как вглубь. Давайте их чуть-чуть вытянем, сделаем угол для глаза и вот эту переносицу уведем вглубь. Так, все это дело уже вроде бы намечено. Так, сильно не будем выходить. Так, и вот эту часть чуть-чуть под откос. Так, поднимаем, чуть-чуть выглаживаем и теперь рисуем драйвом без клея вот эту вот саму, значит, часть глаза. Верхнее веко. Веко можно, конечно, потом добавлять уже в ZBrush или в другой программе. Ну, пока вот рисуем все под углами. Постоянно рисуем под углами. Никогда не рисуйте в лицо, ну, как ровно прям. Также вот, когда начинаете тянуть что-то, вытягивайте, перекручиваете модель в разные стороны. Так, вот здесь, видите, глаз, он так не должен быть. Здесь выходит вот так вот вперед. Так, а вот эта часть, она ушла слишком далеко. Вот этот разрез глаза чуть-чуть вытягиваем вперед. Получается у нас такая штукенция. Вас можно уменьшить, растянуть немножко вот эти лобные части. И пока оставляем эту наметку. Можно, значит, под углом просто пока выгладить вот это нижнее веко, чтобы оно преобразовало нам вот этот вот переход от носа. Так, здесь тоже чуть-чуть можно подкорректировать. Как-то так-то. Но вот здесь вот переносится большая вот эта часть. Мы вводим вглубь. Вот теперь сверху это выглядит вот таким вот образом. Так, чуть-чуть приподнимаем дуги. Так, теперь выглаживаем, уменьшаем клапаном этот нос под углом. Он должен создать именно вот этот угол. Смотрите, вот эта часть у нее широкая, вот он, и она у нее чуть-чуть надутая. Так, здесь чуть-чуть тоже выглаживаем под углами. Так. Вот таким вот образом. Здесь делаем надрезы, пока пусть грубовато все будет. Так, и нам понадобится теперь какая штукенция, это значит накидать вот эту вот часть, сделать ее пухлой. Так, здесь тоже выглаживаем, надрезку сделаем, наметим уровень носа, это где-то получается у нее вот так. Чуть-чуть, значит, клапаном пока подкрутим
Немножко вертим. Так, нос. Касаемся носа. Он у нее вздернутый. И докидываем вот эти вот мочки. Не мочки, как они называются. Ноздри. Вот так. Так, ну а теперь опять же, когда вы накидали массу, давайте делать резку. Когда вы делаете скульптор 66 резку, у вас получается вот это вот. Вдавливаются какие-то части. Очень, кстати, удобно. Можно таким образом делать. Ну как. Вот по-настоящему, короче, перерисуешь. Так, здесь нос чуть-чуть. Вот так. Наметим ноздри. Потом вот эту часть нужно будет еще ноздри чуть-чуть подсадить. Но это я потом еще тут платином пройдусь. Вот эти углы. Все это просто поделаю. Так. Немножко сгладить. Делаем кисточку. Драйв берем. И через Alt. Надеюсь, у меня хорошо меня будет слышно, потому что у меня что-то опять с микрофоном на ноутбуке. То хорошо писал, теперь что-то эдко. Начинает выкрутасы делать. Так, вот этот нос еще делаем поострее. Надуваем вот таким образом. Так, теперь вдавливаем еще больше вот эту часть, нос приподнимаем, губа под углом у нее стоит. Так, теперь выглаживаем, чтобы нам ничего не мешало. Так, вот эту часть носа опускаем еще пониже линию вот эту. Так. Делаем отбивку. Вот таким вот макаром. Так. Смотрим, чтобы все было совпадало. Угу. И вот эти углы. Губа у нее острая. Просто кризом, значит, все рисуем, она сама вдавит все, что надо. Здесь сейчас еще мягкие части наделаем, и здесь нужно будет под зубы оставить выемку такую, чтобы потом, если делать анимацию лица, можно было это все дело отделить. Так, уши чуть-чуть гладим. Таким образом, так что глаза совпадают. Единственное, что вот эта часть, она должна у нее мягкая быть. В смысле, чуть-чуть ее разглаживаем. Вот как на картинке, тут потом брови все это дело оформят. Так, ну а теперь по щекам. Щеки можно просто грабом вытянуть. Надуваем. Так, попробуем ее. Так. Чуть-чуть здесь, значит, вперед. Натягиваем. У нас вытянулся глаз. И нужно его теперь вот эту часть подрезать, я на, как он называется. Так, дорисовываем немножко грабом, уже клеем вот эту часть скулы, полосу. Так, выглаживаем, смотрим, как у нас тут глаз, чтобы он никуда не уполз.
Немножко еще. Вот так. И века верхняя сюда, а слизняк вот это чуть выше. Так, лоб. Чуть, значит, выводим, выкладываем. Тут тоже можно все пока выгладить. Так вот. Тик, 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 тик. И, значит, добавляем ей немножко челюсти. Челюсти у меня чуть-чуть надутые. Так, это именно так, чтобы он дали получится. Вот эту часть дальнюю, значит, поднадуем. Чуть-чуть поднимем. Делаем все это дело. Это вперед выводим. А дальние вот эти части делаем плоскими. Так. Сглаживаем. Еще немножко поднакидываем вот этой массы. Так, ну, вроде как бы оно. Но это теперь нужно дорабатывать. Так, что у нас тут с мочкой? Она ровная. Вот это, ну, вот это переносит, она ровная, потом на нос вы видите, что здесь тоньше уходит. Ну, а здесь вот нужно, можно плату намочить, но по-хорошему мне тут, по-моему, значит, чуть-чуть, как бы, мягкости побольше нужно добавить. Короче, как короче, мягкости и побольше. Вот. Чуть-чуть. Значит, лоб еще выровнять. Вот. Ну, на чайник верхний не смотрим. Может еще меньше быть. Просто потом тут волос когда будет, потом под волос можно будет подкорректировать. Здесь тоже можно выгладить, чтобы голова чуть-чуть поменьше была. Так. Давайте посмотрим на нижний подбородок. Опять же, все под углом проведем. Подбородок плюс внутри. И подбородок немножко. Так, здесь вот многовато подбородок. Значит, заходит, сглаживает. Вот так вот будет лучше. И сверху, значит, уминаем. Чтобы был такой как бы уголок. Здесь шифтом. Что еще? Вот этой части должно быть, она должна быть сглаженная. Так, и значит, что вот эту вот часть от носа, ну, давайте чуть сгладим к рту. Смотрим сбоку. Все, здесь есть у нас, значит, выбор на губу. Делаем переход. Чуть-чуть выгладим и сгладим. Во, чтобы вот эта полоса все-таки была. Ее можно чуть-чуть потом, значит, клеим. Чуть-чуть поднабросать эту часть. И чуть-чуть гладить. Так, нос. Опять же по носу. Давайте посмотрим. Это слишком много. Здесь еще приподнимем. Так, теперь. Что у меня теперь? Вот эта часть с
Такой выходит. Чуть-чуть еще поменьше. Чуть-чуть больше вдаем. Так. Сейчас чуть поднадуем. И проведем платином, значит, по горбинке этого нота. Чтобы вот отбить вот этот угол. Такое что-то получается. Здесь потом тенями нарисуется. Будет все зашибить. И вот этот угол делаем побольше. Здесь вылазываем. Вмещаем острый глаз. И немножко драйвом вот эту часть сгладим. Во. Так, накидываем теперь ноздри. Давайте займемся ноздрями. Так, в принципе-то они правильные, если по картинке. То здесь она вот вдавленная должна быть. Давайте маску тут чуть-чуть прибавим. И клеим чуть-чуть еще. Нарисуем треугольничек такой. Все, нос отбитый. Смотрим, что получилось. Так, еще немножко. Накидаем массу на щеку. Во. Вот теперь почти оно. Ну и нарисуем ухо. Призом рисуем. Так, еще здесь зарезаем. Делаем как бы такую вот каплю. Выходим на мочку. И здесь уже драйвом через альт. Клей можно убрать. Так, кисточку теперь поменьше, по верху проходим тоже. Драйвом. Вверх ухо, чтобы более это было здесь на торчить, сгладить. Немножко дорисовываем, накидываем мочку. Мочку можно уже клеим. Так вот. Так, здесь. Глазуем, без клея накидываем эту шишечку и чуть вводим на ухо. Вот. Это кам. Ну а здесь уже дорисовываем призом. Так, немножко вдавливаем. И доделаем сзади ухо. Ухо вот это вот режем кризом. Отрезаем прям побольше, вдавливайте. Здесь вот тоже проходите треугольником. Криз можно использовать, прям рисовать так, как как он называется, когда наносите тени карандашом, это делаю вот так вот побольше, побольше, чтобы оно сюда вминалось.
мягкая вот эта часть уха идет. Вот, в принципе, ухо оформлено. Так, теперь давайте пройдемся еще по шее. Так, вот здесь от уха ведем полосу вниз, отбиваем. Делаем шею потоньше, вот эту переднюю часть. Так, здесь можно немножко тоже треугольником отбить. И пройдемся. Вот так вот. Потоньше. Здесь вот мышца идет. Она потом сгладится. Это не столь важно, но вот нужно вот эту толщину шеи. Делать, короче, потоньше. Так, вот здесь все равно у меня многовато. И теперь сдавливаем. Все. Уже тонкая шея. Здесь потом на модели все это дело разгладится. Где-то еще сместится. Так, отрезаем. Ctrl Z. Ctrl Z. Так, смотрим сверху, что у нас тут. Так, смотрим снизу. Добавляем щеки. Добавляем чуть-чуть здесь вот на губах вот этот переход. Губа-то у нее острая. Вот эта часть. Но переход должен здесь вот чуть-чуть помягче. И вот у нас теперь получается. В принципе, то же самое. Вот эта вот часть. Так, вот здесь еще можно чуть-чуть вдавить под глазом. Или кризом. Детство вот так еще нарисовал. Глаз чуть-чуть переводим сюда, надутый, чтобы посередине был. Здесь сглаживаем, отсекаем чуть поменьше и вводим в бок. Так, а здесь у нее должна быть вот эта вот мягкая часть, вот это мы аккуратненько клеим, значит, накидываем в разные стороны, вот так вот, под углом. Так, что еще тут? Так, она еще идет здесь вот. Как мешочек он под глазом, вот этот, посмотрите, у каждого есть. Вот так. И выходим вот на этот треугольник. Сглаживаем эту часть. Так, теперь смотрим, что да как. И, по-моему, сбоку-то все хорошо. Так, по бокам тоже хорошо. Можно немножко вот здесь еще поднадуть. Во! У нее вытянутое лицо, губа острая, значит, вот эта часть еще надувается. И сюда она как бы еще
свисает. Чуть-чуть можно сгладить Shift, левая кнопка мыши. Так. Сделать нужно вот эти вот брови, в смысле, вот эти дуги, чтобы они высоко не были. Так, что еще тут можно подправить? Ну, можно чуть-чуть, наверное, вот эту челюсть чуть-чуть опустить. Вот этот переход сделать. Так, ну тогда он получается немножко больше, его нужно сгладить. И флатеном все-таки его вот по низу, вот эту часть дооформить. Чтобы видно было, что это свет, чтобы падал. Так, уши нанесены, нос есть, губу. Давайте доделаем губу клеем. Так, здесь вот напухшая у меня. Потом здесь два мешочка. Опять же, немножко можно кризом порисовать. И вот эту часть я хочу чуть-чуть уменьшить. Это очень много. Ну а теперь флатеном кисточку чуть-чуть поменьше. Так, значит, проходим кант, проходим вверх. Так, здесь чуть-чуть тоже под углами. Вот эту губу еще заострим. Эту часть тоже чуть поменьше сделаем. Помягче. Так, теперь что? Губу вот так выглаживаем. Так, кризом чуть-чуть пока наметим. Сейчас все это потом выгладим. Вот так вот. Оформим губу. Можно здесь вот еще что побольше нарисовать. Вот так. Под нос уйти. И здесь вот кантик. Чуть-чуть вот так вот провести. Так. Заостряем вот эту часть. Поднимаем кверху. Вот эту часть уменьшаем. Она у нее вообще маленькая. И выглаживаем. Так, рот у нее не настолько большой, поэтому чуть-чуть сдвинем эти части. И немножко поднадуем. Во! Так, оформляем нижнюю губу. Так, уводим ее к этой губе. Здесь находится, значит, выемка такая, а здесь идет что-то вроде вот такого. Вот такая штука. Ну,
остро это делать не надо. Для оформления, в принципе, хорошо. Подбородок у меня маленький. Так, это здесь у нас должна быть губа. Попробуем, наверное, ее все-таки результат дисплея давить. Штука. Тут уже нужно добавлять зубы, потому что не хочет она дальше это все дело нормально вдавливать. Уже начинает тянуть. Так, немножко платаном. Все, тут уже натягивать начинает, уже не прокатывает такая штука. Так, что еще? Вытаскиваем и вот чуть-чуть ручку. Немножко плату нам сейчас нужно подкорректировать. И, наверное, чуть-чуть побольше сделать. Так, вот. И кверху приподнять вот эти кромки. Так, теперь с глазами что сделать? Это вот болванка. Можно добавить уже выбрать софту, дооформить, тут объединить, поменять сетку. Так, с носом. Нос. Так, ну-ка, это дело нормально. Повыше и подбородок форматура, ухо можно чуть-чуть повыше, ну и где-то сильно вдавилось, можно немножко прибавить. Ну вот где-то что-то так, вот здесь наверное еще можно чуть побольше и добавить. Ну и для сравнения еще какой интерес давайте подключу. Это значит боковой. Это вот он боковой. Вот губа. Правильно, она острая. Нижняя маленькая. Это туго можно еще чуть-чуть побольше сделать. Приплюснутая значит борода, все это есть.
Здесь чуть-чуть еще можно, значит, сгладить. И так, и нижнюю часть, ну, чтобы все это дело видно было, наметить челюсть и вот эту вот мягкую кромку под шеей, как-то сгладить. Потом все это будет, опять же, дорабатываться. Что еще у нее? Глаза, переносица большая, все здесь нормально. Вот с этим делом тоже чуть побольше можно сгладить. Нос у нее большой тут по высоте. Так, что еще там? Такая что-то тут полоса. Опять же, привязываться сильно не буду, потому что картинка — это картинка, и разные рефы получается разный угол нарисовано. Я не пойму, 3D-шное это, 3D-шный мультфильм или 2D. Так, есть такая штука. Губа вперед, челюсть под скос у нее, видите, глаза большие. Давайте вот еще попробуем поэкспериментировать, так это грабом. Вот эту часть приподнять. Так. Вот так она больше на будет похожа. Так, теперь чуть-чуть вот еще поднадуть и вывести немножко вот эту, я думаю, скулу. Да, вот она. Ну, вот такой вариант. Теперь можно в ZBrush вставить глаза, добавить ресницы, все это дело раскрасить, добавить прическу, отделить вот эту челюсть, если под анимацию разговора, допустим, надо будет. И все, можно сделать полноценную модель, даже используя тело, уже болванку найденную, более подходящую под нее, допустим, типаж. Так, вот эта часть. Так. Так, ноздри. Можно ноздри еще даже подальше отвести, раз вот нос у нее длинный. И вот эту часть еще удавить. Так, нос не острый, ноздри вытянутые. В принципе, что? Все, закругляюсь. Рассмотрено, одобрено. Вот здесь, наверное, все-таки еще вот эту часть побольше сделать. Да, вот так, вот. Все, теперь как бы больше стало похоже. Вот здесь все помягче и без особых таких выделений, чтобы прям резко было.
Так, жаль, что здесь подрез нельзя так сильно поставить. Если довернуть, она должна совпасть. Все, всем пока, до свидания.